Я сказала, вытираем ноги. Ноги вытираем. Все, идите. Вытирай, вытирай. Видишь, директор не в духе. Вы что, подслушиваете? Кто подслушивает? Очень надо, у нас и свои секреты есть. Алло, это милиция? У нас пропали дети, да. Они видели карту. Но я и подумать не мог, что они пойдут сами в катакомбы, сорванцы. Интересно, что там лежит? Зажигай, зажигай. Только аккуратно. Слышали скрип? Что это? А вдруг это призрак графа Воронцова или самого императора Павла? Здравствуйте, ребята. Здравствуйте! Светлана Владимировна, мы в Воронцовском дворце нашли какие-то странные рукописи. Можете их посмотреть? А эта карта, возможно, сможет быть ориентиром поиска какого-нибудь клада? Похоже, что она старинная. 1891 год. Эти, сколько вам надо апельсинов? 3000. 3000? Да я столько не съем. Куда тебе? Это не мне. Мы город спасаем. Ты онемеешь. Потом будешь хватать воздух, как рыба на привозе. Только куда мы это все загрузим? Оно ж не войдет в мою машину. Что за вопрос? А я же не хочу спасать город. У меня за углом КамАЗ стоит. Сколько с нами перепелка, перепелочка. Раз иголка, два иголка, будет елочка. Раз дощечка, два... Стойте! Стойте, я сказал! Я вас поймаю! Завхоз как за нами побежал. И бах, упал. Мы думали, что он умер, а оказалось, что он живой. А, ну что, попался маленький бандит какой. Отпустите долго меня, мне куда пришлось меня тебя ловить? Куда вообще? Тетя Лена, там завхоз поймал Андрея. Он же может его убить. А потом Таня привела маму с милицией. Сказки все это, да не верьте вы им. Вот эта вот карта нарисована точно, я все помню по памяти. Ну что, маленькие бандиты, где ваши драгоценности? Какие драгоценности? 4 чушки серебра, 1 чушка золота, инструмент бриллиантовый и аркебуза золотая тяжелая. Вот это настоящие апельсины из будущего. А вот здесь, в одной из экспедиций, мы пытались отыскать сокровища, спрятанные в воздушных пещерах. Сейчас надо пойти прямо, а потом налево. Только надо поставить метки, чтобы не заблудиться. Фотография старинная. Там что-то написано. У меня батарейки сели. Ты что, следил за нами? Прилипало. Вот сейчас мы все узнаем. Встреча с прошлым. И я хочу подарить вам эти волшебные, сладкие апельсины. Вот бы ее нашей учительнице показать. О, это что за номера? Как это вы оказались здесь в верхней одежде? Вы что, под партами прятались? А ну хлопай обратно! Скорее! Что ты хотел? Астероидом в школе завхоз. Да
Да все они врут, чтобы им все завидовали. Остановите машину! Остановите Мы машину! Мы так не договаривались, что он делает? Остановите машину! Что он делает? Нет, он творит! О, у меня кошмар! Что же там случилось? Андрей! Андрей, просыпайся! Андрей! Андрей! Андрей, Андрей, просыпайся! Андрей, ты урок проспал! А там что-то еще нет, было? Нет, не было. Что, это все? Все? Только в кино! Все так романтично и так симпатично. И очень логично, что только в кино. Не беспокойтесь, все будет в порядке.